Приветствую всех. Сегодня уже по сложившейся традиции я активирую картину. Сегодня это картина «Мышка с початком» кукурузы. Кукуруза – это символ изобилия. А мышка? Мышка, она тоже тянет все к себе в норку, себе дом. Тянет все блага. Собирает все к себе. Поэтому эта картина будет тянуть деньги. Деньги, блага, ресурсы тому, у кого она будет висеть в доме. Вот такую чудесную картину я сегодня активирую. В активации я использую карты Алены Полынь. Это карта «Девочка с яблоками» и «Кошель». И призвала я их на помощь. В помощь мне в активации короля драконов. Такой король драконов сегодня мой помощник. Он мне помогает активировать эту замечательную картину. Здесь же у меня камушки. Видите, их сколько много. Эти камни сами по себе притягивают богатство. Их я тоже буду использовать в ритуале. Это цитрин. Камень, несущий богатство и изобилие. Вот я все приготовила для ритуала. У меня помощник сидит. Король драконов. Горят свечи. Приготовлены карты. Маятник. Сама замечательная картина. Она будет одухотворенная. Она будет притягивать деньги, расстраивать денежные потоки, которые будут приходить в дом. В дом, где будет жить эта чудесная мышка с початком кукурузы. И такая картина. Это будет подарок. Активация будет этой картины в подарок тем, кто напишет нам в Центр парапсихологии о том, что хочет приобрести эту картину. Из первых трех написавших сама Алена Полынь выберет того, кому эта картина наиболее необходима. И счастливчик сможет приобрести эту картину. Непростую картину. Картину одухотворенную. В активации этой картины, в одухотворении, используются заговоры Алены Полынь. Вся активация, весь ритуал идет по ее методике. Итак, все готово для ритуала. Карты, помощник, цитрины, маятник. И я приступаю к активации. К активации картины «Мышка с початком кукурузы». Сам ритуал я вам показать не могу, как понимаете. Это таинство. Поэтому я сейчас с вами попрощаюсь и начну совершать ритуал. Всем, кто хочет приобрести такую картину, напоминаю, что для ее приобретения нужно написать
на почту парапсихологического центра. Адрес будет внизу под видео. И сама Алена Полынь выберет того счастливца, кому эта картина достанется. Тому эта картина достанется, кому она наиболее необходима.